Печальное известие пришло из Юрмалы. Вчера в автомобильной катастрофе погиб один из кумиров советской молодежи, известный в мире рок-исполнитель Виктор Цой. Трагедия произошла, когда певец возвращался на автомобиле с рыбалки в Юрмале, где он проводил свой отпуск. По словам сотрудников госавтоинспекции, Цой заснул за рулем и врезался в автобус. Шестерок. Нет, как его тормознуть? Давай. Сейчас. Давай, приезжай. Искай. Вот скажи. Давай. Приезжай сюда, прояви. Марьяне скажи. Марьяна. Давай, Марьян, скажи, пропустили, чтобы. Пропустили. Это наш, пропусти. Давай. Макар. Thank you.
сейчас, подожди. Команда не идет. Подставки.
Ребята, назад, пожалуйста. Ребята, не надо.
Садись, пожалуйста. Дело в том, что эти сразу рванут. Эти да. Будут, надо в первую очередь искать их, а этим как-то так вот. Будем пытаться сейчас объяснить. Да, надо быстрее. Чтобы никого не задерживать. Не проходили, но надо объявлять. Пойдет. Пожалуйста, проходите. Девочка, пожалуйста. Наташа. Давайте, ну,
Друзья,